новая новость, которая набирает сейчас обороты в соцсетях в том числе, это всем ныне известный, на слуху имя, Кирилл Терешин. Паренек, который решил, что не надо накачивать мышцы классическими упражнениями и с добавлением спортивного питания, а решил просто, быстро и эффективно накачать себе весь организм с запрещенным препаратом Международной ассоциации здравоохранения «Синоном», который был запрещен еще в 90-е годы. После того, как Кирюша изуродовал себе руки, и он на этом не остановился, и сделал заявление, что он накачает себе таким образом шею, ноги, плечи и даже глаза. На критику со стороны профессиональных спортсменов в области бодибилдинга и пауэрлифтинга Кирюша сказал, что ему просто завидуют. Лично я, посмотрев несколько роликов с Кирюшей, усомнился в его вообще адекватном поведении, судя по его речи и вообще реакции на происходящее. А буквально вчера стало известно, что Кирюшу уже доставили, по-моему, даже в больницу, потому что заражение так уже пошло, руки начинают опухать. Но, я так понимаю, Кирюшу это не остановит, потому что, ну кто мы такие? По сравнению с достижениями этого человека. Вот человек, да, человек хочет стать красивым, энергичным, молодым, привлекательным мужчиной. Я надеюсь, это, конечно, не так, никак не связано с тем, что Кирюша в свое время пересмотрел ролика с Арнольдом Шварценеггером, в котором рассказывает про стероиды. Чтобы стать чемпионом, нужно в первую очередь определиться с набором базовых стероидов. Ага. Но, хотелось бы заметить, Кирюша, все-таки ты, по-моему, ты чуть-чуть увлекся. Давай-ка сбавь обороты и вернись к нормальной человеческой жизни. Вот.